Итак, давайте решим задачу номер 3. Задача номер 3 такая. Требуется найти 6 различных чисел, которые отличаются только последней цифрой, а сумма у них 2019. Давайте посмотрим. Если 2019 разделить на 6, то мы получим 336 и остаток 3. Что это значит? Это на самом деле означает, что числа, которые мы хотим искать, они должны быть 330 с чем-то. Почему? Если бы все числа, которые мы берем, все 6 чисел, были меньше, чем 330, то тогда их сумма точно будет меньше, чем 2019. Если они будут хотя бы 340, то если мы возьмем их 6, то сумма будет больше, чем 2019. Поэтому наш единственный шанс найти такие числа, если они и существуют, это искать числа, которые начинаются на 330 что-то. То есть у нас уже есть 6 раз по 330. Давайте вычислим, сколько это. 330 умножить на 6. Это будет 1980. Значит, в нашей сумме уже есть 1980. Чего нам не хватает для того, чтобы получить 2019? Нам не хватает суммы 39. То есть число 39 нужно представить в виде суммы 6 различных цифр. Если мы представим в виде суммы 6 различных цифр, то мы в точности получим 331 цифра, 332 цифра и так далее до 6 числа. Мы получим 6 различных чисел, которые отличаются именно последней цифрой. Итак, давайте представлять число 39. 39 — это много или мало? Давайте подумаем. Если мы будем брать маленькие цифры, 6 самых маленьких цифр, 0, 1, 2, 3, 4, 5 — мы получим, на самом деле немного, мы получим всего лишь 15. Это будет меньше. Поэтому давайте будем набирать побольше. Возьмем сначала 9, 8, 7. Сколько это? 9 плюс 8 плюс 7 — это 24. Нам нужно еще 15. Хорошо, давайте возьмем 6, 5. 9, 8, 7, 6, 5. Это вот максимальная цифра, которую мы, в принципе, можем использовать. Давайте поймем, какая это сумма. Эта сумма — это на самом деле 5 раз умножить на 7. Если у нас есть 5 последовательных чисел, чтобы найти их сумму, достаточно средней из них умножить на 5. То есть 35. Значит, здесь не хватает цифры 4. Давайте допишем сюда 4. Мы получили 6 различных цифр, и их сумма действительно 39. Хорошо. Тогда у нас все получилось. Осталось выписать ответ. 334, 335, 336, 337, 338 и 339. Вот эти 6 чисел действительно отличаются только последней цифрой, а сумма у них такая, какая была нам нужна, 2019. Давайте я сразу обращу внимание, что если бы мне нам нужно было получить поменьше, например, 2018 или 2017, то никакого труда не составляет. Чтобы получить 2018, надо просто 4 уменьшить на 1. Чтобы получить 2017, надо 4 уменьшить на 2. То есть вместо числа 334 взять 332, а все остальные такие же. Если же нужно сильно уменьшить, например, на 5, то тогда будет неплохо здесь написать 330, а здесь написать 334. Тогда сумма уменьшится на 5. На самом деле это просто вот это число мы уменьшаем на 5, переставляем сюда, сделаем число 330. Если надо уменьшить на 6, это число заменим на 330 и так далее. Значит, всякие разные числа, которые немножечко меньше, чем 2019, мы тоже можем получить.